Putem să începem, da? Bună ziua! Așa. Bună ziua tuturor! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi ne-am întâlnit aici, sau suntem aici, ca să vorbim despre o problemă, de fapt, majoră pentru municipiul Chișinău, pentru că noi vedem pe an ce trece cum devine centrul Chișinăului, cât de neatractivă, pe motiv că se construiesc foarte multe blocuri, multe etajate, care de fapt nu corespund la zona centrului istoric. Astăzi suntem împreună cu un expert în dezvoltare și în urbanism, domnul Guneave. Mulțumim tare mult că dumneavoastră ne-ați informat și sesizat cele identificate și urmează să discutăm despre ce anume. Cred că dumneavoastră o să ne explicați mai multe detalii și eu o să adaug cele depistate suplimentar. Bună ziua! O să vorbesc în limba rusă, pentru că sunt pamięci tehnice. Меня зовут Роман Гунявый, являюсь экспертом по девелопменту, развитию. Да? И хотел бы прежде всего заявить о том, что это не какого рода политические заявления, либо здесь нет никакого политического контекста. То есть мы разобрались с одним из самых скандальных решений примарии в отношении исторического наследия и выдачи документов за последние несколько лет. Поэтому хотели общественности раскрыть эту тему, которая получила свое подтверждение и со стороны Министерства культуры, и со стороны госканцелярии. Итак, все разрешительные годостроительные документы за последнее время выдаются на основании временного так называемого регламента, который приняла примария. Для чего он был нужен? Дело в том, что сам градостроительный регламент 2008 года, который был составной частью генерального плана, не предусматривал введение в действие относительно исторической части Кишинева, именно потому, что не был получен соответствующий авиз от Министерства культуры. И именно поэтому, если вы откроете градостроительный регламент 2008 года, то там будет указана ссылка о том, что он не применяется для исторической части Кишинева. До 2020 года в законодательстве была лазейка, которая позволяла выдавать градостроительные документы, разрешительные, да, на проектирование, на авторизацию на строительство на основании пункта о том, что можно в отсутствии утвержденной градостроительной документации можно выдавать документы на основании разработанных схем со стороны Урбан-проекта либо Кишинев-проекта. Но в 2020 году, в начале 2020 года, в парламент были внесены изменения в законодательство, которые эту лазейку закрыли. И начиная с февраля 2020 года, выдача любых градостроительных документов должна быть только на основании утвержденной градостроительной документации, генерального плана и градостроительных регламентов. Таким образом, начиная с 2020 года, сначала, с февраля месяца, примария больше не могла выдать ни один градостроительный документ, ни сертификат урбанизма, ни авторизацию. Спустя год, целый год, да, примария разработала документ, временный градостроительный регламент, в котором вводилось в отступление от основного градостроительного регламента функциональные зоны и градостроительные кода для исторической части города, но при этом были свои ограничения. Это могло произойти на основании авиза Министерства культуры. То есть к самому этому временному регламенту у специалистов очень много претензий, но соучастником этого всего процесса было Министерство культуры, которое его одобрило. То есть именно на основании авиза Министерства культуры и было возможно принять данный регламент в муниципальном совете. Самым важным моментом этого процесса, подчеркиваю, было внесение корректировок в сам этот временный регламент со стороны Министерства культуры. То есть изначально документ первично был отправлен в Министерство культуры, Министерство культуры внесло свои изменения и выдало авиз. Но ни на сайте примарии, ни в самой госканцелярии почему-то нет самого авиза от Министерства культуры. Я получил официальный авиз от Министерства культуры, текст этого документа, который был выслан в 2021 году в примарию.
Если посмотреть на существующее решение муниципального совета, вот этот временный, который представляет собой временный градостроительный регламент, да, для исторической части города, то мы увидим, что здесь есть ссылка на то, что он, это решение получено на основании авиза от Министерства культуры. Если мы посмотрим на ноты информативы, которые подготавливаются каждому проекту решения, то мы тоже увидим слова и перечень тех требований, которые есть со стороны Министерства культуры, и слова о том, что в тексте, да, о том, что это решение подготовлено на основании авиза Министерства культуры и всех тех требований, которые есть со стороны Министерства культуры. И здесь они перечисляются, их 10. Если мы увидим табель де дивергенции ла проекту де дичизи, который подготовлен со стороны примарии, здесь подпись Алены Мандати, да, со стороны примарии, мы тоже увидим весь перечень тех требований со стороны Министерства культуры, который был заявлен в авизе. Ну, так как у нас нет самого авиза, то, естественно, муниципальные советники ориентировались на слова примарии и слова тех разработчиков этого документа. И вот мы здесь тоже видим все те 10 пунктов, которые заявляли в ноты информативы, в самом решении и в табеле де дивергенции. Да? То есть все те заявленные пункты со стороны Министерства культуры, что здесь они утверждены примарией и непосредственно стали составной частью самого временного градостроительного регламента. Но оказалось, что полученное письмо со стороны Министерства культуры от министра, да, где представлен оригинал авиза, в нем оказалось, что существует 3 пункта, которые не вошли в решение муниципального совета. Они не вошли в текст нота информативы Шитабел дивергенции. То есть они не вошли в те документы, которые были представлены для голосования в муниципальном совете. И те документы, которые подготовила примария для муниципальных советников. То есть де-факто текст и самого решения, и всех тех документов, которые представлялись, он отличается от текста авиза Министерства культуры. По факту мы видим сфальсифицированные документы, которые были подготовлены для голосования. Потому что везде, еще раз подчеркиваю, указывают, что существует авиз Министерства культуры, и весь перечень, и все требования со стороны Министерства культуры утверждены. Да? Они вошли в текст регламента. Какие же эти требования со стороны Министерства культуры не вошли в текст регламента? 3 пункта. Первый пункт. Все суспенды были апробарю плану урбанистик зонал центру ал урашил пишенею о схеме комплекса антраспортеру. То есть до разработки ПУЗ центру запрещено утверждать схему, транспортную схему. Второй пункт. Нуси адмити лабораре ше апробаря уну Унор планер урбанистичу занали пентру оркари терену индифферент де типу де проприетати. То есть невозможно без утвержденного пуза центру утверждать любые другие пузы в исторической части города. И третий, самый интересный пункт. Приведели президенции дичизи сунт аппликабели пентру ун термин де обспезище лунь. То есть, и раз примария обратилась к Министерству культуры с заявлением о том, что это временный регламент, то Министерство культуры и указало, что это временный регламент. И дало срок этому регламенту 18 месяцев. То есть, каким образом примария могла не отразить эти важнейшие пункты в тексте самого решения? Каким образом разработчики этого документа, и непосредственно дирекция архитектуры и урбанизма, могла не сообщить муниципальным советникам и всем остальным о том, что тексты отличаются. То есть как такое вообще могло произойти? То есть вы понимаете, что сейчас, по сути, аннулируют этот временный градостроительный регламент, и соответствующим образом возникнет вопрос, а как все остальные документы разрешительные выдавались за этот период времени на основании регламента, который незаконно был принят? Вы представляете, какие иски сейчас будут идти в сторону примарии со стороны экономических агентов, которые получали на основании этого временного регламента свои разрешительные документы? Мало того, он уже истек на основании самого авиза Министерства культуры.
То есть это поднимает очень серьезный вопрос относительно, во-первых, компетенции, во-вторых, соучастия определенных лиц в примарии, по которым скрыли эту информацию, которая их не устраивала. Также возникает вопрос, как секретарь совета мог не опубликовать авиз от Министерства культуры, ведь он отличается. Все советники бы увидели, что этот авиз отличается, что не включили эти пункты, которые важнейшие по сроку действия этого авиза. Потому что невозможно разрабатывать пузы в центре города. Вы представляете, а ведь документы же выдавались, разрешения на разработку пузов тоже выдавались. Дороги же изменяются. То есть вы понимаете, что примария сознательно, чиновники определенной примарии, сознательно ввели в заблуждение муниципальных советников и сознательно не исполнили ограничения авиза Министерства культуры. Вот момент, который хотелось бы обратить внимание. И на основании этого есть еще один интересный документ. Вот сейчас коллега Зинаида о нем расскажет. Это письмо в адрес Министерства культуры со стороны примарии Кишинева, которое они засекретили. То есть мы увидели официальное обращение со стороны примарии, подготовила это обращение госпожа Дагатару. Вот. Но составной частью этого обращения было приложение, в котором указывался определенный список. Но это письмо засекречено. Я сделал заявление с обращением в примарию для того, чтобы это письмо выслали. Ну, примария так и не выслала его. Ну, выслала Министерство культуры. То есть мы говорим в данном случае о транспарентности. Ну, сейчас коллега расскажет, что было в этом письме. Окей, вам мулцумеск. Домну Гуняву, pentru explicare foarte coerentă a ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în ultima perioadă, și anume în momentul în care a fost votat acest proiect decizie. Dar înainte de a vorbi despre așa zis document secret, vreau să menționez că fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău, atunci când a fost propus acel proiect de decizie, a bătut alarmă din primele momente. Și respectiv nu a susținut și nu a votat acel proiect de decizie cu privire la securizarea zonei centrului istoric și a îndemnat și ceilalți consilieri să nu o facă. Din păcate, într-un final avem o decizie susținută și în baza căreia au fost eliberate acte permisive ca într-un final să se construiască în această zonă centrală a municipiului Chișinău. Dar uitați-vă că peste aproape 2 ani de zile apar noi probe care ne demonstrează că acea decizie este una viciată și ilegală. Pentru aceasta mulțumim tuturor celor care se implică din societatea civilă și experților care studiază minuțios deciziile luate de către Consiliul Municipal Chișinău și sunt cu ochii pe Primăria Municipiului Chișinău și Autoritatea Publică Locală și ne informează despre cele identificate. Cu această ocazie vreau să spun că doar împreună și uniți noi putem să facem ca legea să fie în capul mesei și ca cetățenii Municipiului Chișinău și nu doar să beneficieze de implementarea acestea. În continuare vreau să vorbesc despre acel document așa zis secret din partea primăriei care a fost adresat către Ministrul Culturii, mesajul lui fiind un apel de ajutor către Autoritatea Publică Centrală și anume de a proteja nucleul istoric a municipiului Chișinău și a nu permite construcțiilor ilegale să fie ridicate în această zonă. Dar, de fapt, acest document este sau ne prezintă nouă depășirea tuturor limite ale cinismului unui funcționar sau mai unui grup de funcționari din cadrul primăriei municipiului Chișinău, care, de fapt, tinde să distrugă acest centru istoric al municipiului Chișinău, credem noi că în scopul propriilor interese, fiindcă o altă explicație nu avem. De ce acești funcționari, așa zici, profesioniști, anume așa fac. La începutul lunii septembrie 2021, Primăria Municipiului Chișinău adresează către Ministrul Culturii o scrisoare cu o listă, cu anexă, cu o listă de adrese a construcțiilor din zona centrului istoric, pe care le consideră vicioase și cu grave încălcări care prejudicează patrimoniul nostru istoric din Chișinău. Suplimentar, menționează că la aceste adrese, la aceste proiecte, nu a fost eliberată documentația permisivă și în viitor nu va fi eliberată. Vă rog frumos aici maximă atenție.
Este menționat faptul în această scrisoare că nu au fost eliberate acte permisive pentru aceste adrese și nu vor fi eliberate. Acest document, de fapt, a fost public, așa cum a menționat și colegul, doar că anexa cu acele adrese nu a fost menționată. În această anexă găsim 28 de adrese, 28 de proiecte, care de la 4 la 14 etaje. Listă întocmită de doamna arhitectă șef, doamna Svetlana Dogotar. Respectiv apare o întrebare foarte pertinentă, cred eu, de ce această listă este întocmită anume de 28 adrese sunt introduse acolo. De ce nu 15 adrese? De ce nu 50 sau 60? Un alt număr. De ce sunt anume 28 de adrese? Cum și cine a decis selectarea acestor proiecte care să fie introduse în această listă? Și întrebarea dacă agenții economici au fost informați de fapt că au fost introduși într-o oarecare listă și se cere ajutor de către Autoritatea Publică Centrală ca să fie nemijlocit protejat acest nucleu istoric sau zona centrului istoric. Întrebarea, cred eu, este foarte pertinentă și la care, de fapt, noi, la momentul actual, nu avem răspuns. Unul dintre cele mai atractive puncte din această anexă este sub numărul 19. Este vorba de un proiect, de o construcție, de pe adresa Mateeviciu 109-2. Da, este anume acea construcție care a fost foarte mult mediatizată și care este, la momentul actual, în vizorul procuraturii. Un proiect defectuos pentru municipalitate, la care și Agenția de Supraveghere Tehnică și mulți alți experți au găsit un șir de încălcări. De ce eu zic că această scrisoare ne vorbește despre un cinism major al funcționarilor de la Primăria Chișinău? Deoarece anume atunci, în 2021, acest obiect a fost considerat unul vicios pentru municipalitate, iar peste o perioadă de timp, acesta a devenit unul bun, adică s-a eliberat documentația permisivă. Vreau să aduc aminte că anume și la acest obiect, Primăria Municipiului Chișinău a cerut ajutorul Autorității Publici Centrale și anume să anuleze avizul pentru acesta, iar într-un final, totuși, au fost eliberate actele permisive. Cum se întâmplă astfel că peste 3-4 luni de zile, un obiect ilegal, o construcție considerată ilegală, devine una ilegală? Ce ar fi trebuit să se întâmple ca funcționarii să-și schimbe repede poziția? Reiterez întrebarea, de ce Primăria Municipiului Chișinău a observat proiecte de 4 etaje din centrul istoric din Municipiul Chișinău, dar nu le-a observat pe cele de 15 etaje de pe strada Eminescu, acele de 18 etaje de pe strada Bulgară sau acele de 25 de etaje de pe Ștefan cel Mare? Întrebarea iarăși rămâne deschisă, fără răspuns. Presupunem noi că unii dezvoltatori, atunci, pe timpuri, au depistat că se întocmește o astfel de listă și au acționat într-un anumit fel. Cum și de ce? Doar putem să presupunem și dumneavoastră să vă răspundeți la această întrebare, dar în acest context vom sesiza organele competente ca să se expună, cum ar fi Procuratura Anticorupție. Un alt aspect despre cinismul doamnei Dogotaru este următorul. La întrebarea jurnaliștilor, de ce dumneavoastră ați eliberat autorizații de construcții la adresa Alexei Mateevici 109-2, dumneavoastră a spus că nu face parte din zona centrului istoric. De ce este cinism? Pentru că cum în 2021, în septembrie, tu consideri că este situat și face parte din centrul istoric, apoi tu consideri peste 4 luni de zile că nu mai face parte. Este cel puțin dezâmbit la acest aspect, să nu vorbim mai mult. Suplimentar la acest aspect anume, acesta face parte din centrul istoric, este și pe site-ul primăriei și un compartiment în acest sens despre monumentele istorice, unde este menționată anume această adresă ca monument istoric. Pentru noi lucrurile sunt foarte evidente. Noi presupunem că este vorba de corupție, de corupție în proporții mare, și în acest context avem câteva solicitări. În primul rând, cerem primarului general să inițieze o anchetă
o comisie disciplinară în adresa doamnei Dogotaru ca să depisteze. Avem noi dreptate sau nu avem noi dreptate? Și pe perioada acestei anchete să fie suspendată dumnei în funcție. Suplimentar, solicităm să fie inițiată și o comisie disciplinară și de anchetă în adresa domnului Talmace Adrian, secretar interimar al Consiliului Municipal Chișinău, pe motiv că nu a publicat avizul CNMI-ului și respectiv a mințit un consiliu întreg și l-a dus în eroare și într-un final a fost adoptată o decizie ilegală, în baza căreia au fost eliberate acte permisive și au prejudiciat municipiul Chișinău. 3. Cerem primarului general Ion Ceban să inițieze imediat moratoriu de eliberare a documentației din zona centrului istoric. 4. Solicităm primarului general verificarea tuturor actelor permisive eliberate din perioada februarie 2020, aprilie 2021. De ce anume în această perioadă solicităm, fiindcă în februarie 2020, cum a menționat colegul, a fost votată legea care interzice eliberarea actelor permisive în această zonă, iar aprilie 2021 este ziua în care a fost votat acel proiect vicios pentru municipalitate. Și e nevoie ca să fie examinată toată această perioadă, dacă au fost eliberate acte permisive și dacă se depistează că au fost eliberate, atunci rezultatele acestei analize să fie publice și să fie sesizate toate organele competente și să fie luate măsurile corespunzătoare în cazul în care sunt persoane implicate în eliberarea actelor permisive. Suplimentar la cele menționate, vreau să menționez că fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău va depune și un denunț la Procuratura Anticorupție referitor cu privire la autoarea acelui proiect de decizie, doamna Aliona Mandate, și nemijlocit doamna Svetlana Dogotaru, arhitecta șef. Noi nu putem să admitem ca să aibă loc așa gen de ilegalități și samovolnicii în ultima perioadă de 3 ani de zile în primăria municipiului Chișinău. Pentru că, ca rezultat, avem și vede fiecare cetățean ce se întâmplă în Chișinău. Vă mulțumim. Da, я хотел бы сказать еще пару моментов. Обратиться прежде всего к господину примару в том, что мы готовы предоставить всю информацию, если у него есть заинтересованность для того, чтобы разобраться действительно, что делают его сотрудники. Также хотел бы отметить, если ему неизвестно, что за последнее время произошли еще несколько казусов таких вопиющих. Во-первых, в департамент архитектуры и урбанизма забыл отправить в строительную инспекцию несколько авторизаций и решений градостроительных. Так вот, те авторизации, которые он забыл, касались многоэтажных домов. Очевидно, что забывчивость департамента архитектуры не касается просто каких-то частных домов, а касается непосредственно коммерческого интереса. Почему это возникает? Это возникает для того, чтобы строительная инспекция не успела включить данные проекты в ежегодный план по контролю, который она регистрирует в госканцелярии. Естественно, мы сделаем запрос в строительную инспекцию, какие именно проекты не были отправлены со стороны департамента архитектуры, и будет очень неприятно увидеть, какой масштаб строительства забыли уведомить, о каком масштабе строительства, о каком масштабе проектов забыли уведомить строительную инспекцию для того, чтобы она соответствующим образом не успела их зарегистрировать в ежегодном плане проверок. Это первое. И второе. Еще один вопиющий случай – это то, что департамент архитектуры не выдает притуре, в данном случае Рожкановке был вскрыт этот случай, авторизацию на строительство для благоустройства территории. То есть сначала притура получает сертификат дюрбанизм, готовит проект и не получает, то есть представляет заявление на получение авторизации на строительство, и департамент архитектуры не выдает авторизацию на строительство для того, чтобы притура начала работы с молчаливого согласия.
А для чего это все делается? Для того, чтобы соответствующим образом не включилась в процесс проверки строительная инспекция. Господин премьер, мне кажется, что это вопиющий случай. Вам необходимо включиться и в этот процесс и разобраться, как такое вообще возможно, чтобы притура, подведомственное учреждение самой премьерии не получало от департамента архитектуры соответствующей авторизации. Мы сделаем, конечно, запросы и узнаем, о каких именно объектах идет речь. И последний момент, который я хотел бы акцентировать, это то, что мы завершили расследование по Националю, и на следующей неделе господин Штефан Глигер, господин Тафилат Серджио, а также человек, который нам помог, это известный журналист Лилия Бураковская, проведем пресс-конференцию, где укажем о незаконных действиях сотрудников премьерии в отношении гостиницы «Националь», о несоответствующих, да, действиях сотрудников прокуратуры, а также новую информацию относительно размера взятки, которая была предложена за подписание этой авторизации одному из сотрудников премьерии, незаконной авторизации. Поэтому будет много полезной информации, так что на следующей неделе мы ее представим. Спасибо. Да, vă mulțumim. Am fost foarte explicit. Solicitările noastre sunt foarte clare. Așteptăm ca primarul general să se autosizeze la cele expuse și să vedem rezultatele acelor anchete care o să fie inițiate. Vă mulțumim tare mult și o zi frumoasă vă dorim. Cele bune!